Не осталось без внимания и рыбохозяйственная отрасль Дагестана. В текущем году получат более 6 миллионов рублей на развитие аквакультуры. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России. Планируется, что средства будут направлены на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части затрат товаропроизводителей, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, а также на развитие рыбоводства и товаров осетроводства.